Thank you.
чаяла. А сейчас я постарела, шея у меня подклеена, что скрывать? И теперь девочка чаще играет не со мной, а с новеньким розовощеким пупсом. Каждому свое. Может, вам и нравится забавляться с малыми детьми, но мне, певцу и артисту, это неинтересно. Цы-цы-клю-клю. Цы-цы-клю-клю. Хозяин заплатил за меня большие деньги. Я уверен, что мой голос несравненно лучше, чем у настоящего соловья, а наряд куда богаче. Разве можно было отдавать меня сложным заводным механизмом на забаву неискушенным детям? Я высокорожденная свинья Ватмир. Различаю людей очень просто. Если кто-то бросает в меня золотую или серебряную монету, значит, это очень хороший человек. Если бросают медики, значит, так, ничего себе. А если, проходя мимо, не бросит в меня ничего, то такой человек даже не стоит того, чтобы я на него обращала внимание. Девочки, слышали, как они спинят? Вот самая чудесная музыка на свете. Не так ли, заводной подпевала? Вы не правы. Искусство. Да замолчи ты. Если я захочу, куплю и тебя, и твое искусство, и вместе с твоими винтиками и пружинками. И тебя куплю, глупая лошадь, и тебя, старая кукла, хоть ты с подклеенной шеей и гроша медного не стоит. Перестаньте! Как вы можете? А я все равно убегу от вас, даже если вы меня и купите. Я люблю играть с детьми. Немало всяческих забот. Мы отдали.
мы сейчас поиграем в людей. Устроим игрушечный бал! Замечательно! Игрушечный бал! А какова будет программа этого так называемого бала? Сначала светская беседа с нашим новым другом-солдатиком. Затем представление в его честь с участием нашей красавицы-балерины, что живет в том чудесном картонном дворце. И вас, наш несравненный маэстро Соловей. Благодарю, очень польщен. Иду распеваться. Я такой золотой, такой золотой. А после представления танцы. Опять же в честь солдатика. Ну, не слишком ли много ему чести? Ведь он все-таки оловянный, а не золотой или хотя бы серебряный. Это не имеет никакого значения. Это когда каждый говорит о своем и совершенно не слушает других. Ай, такая скука сидит в четырех стенах, когда столько кукол гуляю в садах. Меня уже полгода гулять не надеются. Наверное, стало годы, понушили мой наряд. А мне такой мигуны и нет такого дня. Thank you.
рыдания сгрозаются. И как танцует хорошо. Вот бы мне такой невесту. Да только она, наверное, знатного рода. Вот в каком прекрасном дворце живет. А все-таки, как хочется познакомиться с ней. Клюк-клюк.
драться попусту. Но в данном случае, я согласен. Согласен! Крыси, за мной! Нужно.
совет. Все красавицы любят, когда им дарят звездочку с неба. Подари балерине звездочку, она наденет ее вместо брошки, и ты ей сразу понравишься. Как же я достану звездочку с неба? А ты иди сюда, посмотри, посмотри, сколько звезд на небе. Они же совсем близко. Да не так уж они и близко висят. А ты попробуй потянуться. Солдатик провалился в какую-то темноту. Когда он очнулся, то увидел вокруг себя волшебный сад, где цвели удивительные розы. Thank you.
выпьет. Хотел сказать, не слабый. Ну, тогда зовите меня, как хотите. Да. Но я вас буду называть по-своему, Кротушечка. Уж не взыщите, Кротушечка. Мягкая подушечка. Что вы дразнитесь? Что вы? Да. Это и должное вашей красоте. У вас такая мягкая, такая нежная шутка. Ах, какой замечательный мех. Но, правда, не знаю. Хорошо ли он будет носиться, а? Не потрется ли быстро? Ой, это то, что вы делаете? Что вы делаете? Мне же больно. И потом, что это за странные разговоры о моей шубе? Ну, очень загадочно вы говорите. Ну, не знаю. А вдруг вам захочется ее продать? Или обменять на что-нибудь? То есть как это продать? Что это вы мне такое говорите, любезная? Не обращайте внимания. У меня просто слегка помутилось в голове. Да. От этого противного запаха, этих мерзких роз. И своих ароматов вонючую запаха нашего нервного, черного кота. Вот это нежелательно. Вот если бы эти розы росли корнями вверх, а лепестками вниз, тем, тогда бы была бы хоть какая-нибудь польза. Погрызем. Не уметь этого делать нельзя. Кошка! Как вам не стыдно? Ведь розы такие красивые и такие беззащитные. Да какая же это кошка? Слепайте тени. Да это вообще не зверь. Да? Ты кто? Я солдат. Ой, солдат! Солдаты разгуливают по саду. Ну, а мои подземные кладовые, мои погреба. Нет, вы как хотите, а я того. Я того. Кратушка, Кратушечка, шутка! Вот трус. Ну ничего, я и сама справлюсь. Значит, говоришь ты... Солдат, да ты меня зубы-то не заговаривай, они у меня вон. Какие? Мига или кушок? Пополам. Давай договоримся по-хорошему. По-хорошему? Поступай ко мне на службу. На службу? А что я должен буду делать? Ты должен как смешно охранять мою добычу. Добычу? Да, это очень дорогая и ценная добыча. Я хочу выделить на нее украину. Его прекрасную шубку. Ой, я в этой шубе буду так хорошо, что все мыши и крысы в округе лопнут от зависти. А где та добыча, которую я должен буду охранять? Вот она. Правда, с видом совсем незрачный, да и чего? Бедрота займет. Все равно ничего не видит. Пить! Я сказала, дам напиться, когда будешь сговорчивее! Уже сколько дней и ночей ты сидишь в этой клетке и не поешь! А крот должен услышать твое пение! А ну! Как вам не стыдно, зачем вы мучаете бедную птицу? Глупости! Лето кончается, скоро осень, а за ней зима. Сколько этих беззащитных тварей погибает от холода и голода. Нет ничего хуже, чем родиться птице, что и вернать ему нужно только синица, только синица. Нет ничего хуже, чем родиться птице, матери часто лучше, кто на ее стремится, кто на ее стремится. Чем и пенья, когда придет зима.
плохо будет мне служить, ты никогда не возвратишься домой и не увидишь своей раскрасавицы, балерины. Oh,
слышал пение этого вашего соловья. Когда я рыл землю за городом, вдруг я слышу такой сильный голос. Вот это, наверное, и был соловей. Нет, это была корова или пыль. Я не слышал. А у пруда я часто слышу. Это не соловей. Это была лягушка, мой глупенький крадушка. Ну ты это как-то того, ни к чему. Песнями сыт не будет. Маша! Вы же сами говорили, как одиноко вам под землей. А эта птичка будет петь вам песенки и рассказывать сказки. Сказки? Ну, это, наверное, неплохо. Но вот я никак не пойму, что вы хотите получить от меня за эту печушку? А? Другая бы крыса содрала с вас три шкуры, а я только одну. То есть как это? Ну зачем? Зачем вам, петушечка, под землей такая нарядная шуба? На вас все равно там никто не смотрит. Пардон, а подземные кроты мои лучшие друзья? Ну вот скажите, у какого крота в норе имеется свой собственный поющий соловей? Никого. Значит, кто станет самым знаменитым, самым богатым кротом на свете? Я, наверное. Да, но сначала я сам должен послушать этого вашего соловья. Да, пожалуйста. Да. Сюда, сюда, пожалуйста. Сюда? Присядь. Ой, благодарю вас, крёса. Да что-то такие крысюки. Где соловей? Не могу знать, летает где-то. Молчи, как взрывы из нашего пролярного сторона. Может быть, зашарит. О чем вы там шепчетесь и говорите, а? Так, расправляли перышки на красавце соловье. Очень волнуется. Он скоро будет петь для вас. Да. А мои подземные погреба! Шуба! 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 Это ты во всем виноват, дурак Оловян. Зачем ты выпустил соловья? Теперь ты никогда не возвратишься домой и не увидишь своей раскрасавицы балерины. А я вас все равно не боюсь. Эй, крысы! Взять его! Я
Я вот чувствую, что начинаю терять свой необыкновенный голос. Скоро я не смогу петь! Что может быть страшнее для артиста? Опять же, и ваша беда легко поправима. Вас нужно просто разобрать и смазать машинным маслом. Да? Нет, дорогие мои, ваши горе не настоящие. Если вы переживаете только за себя. А я вот действительно безутешна. С того самого часа, как вы потеряли нашего друга и защитника. Слушайте вас, оловянку! Значит, и вы тоже рады моему возвращению.